Набираем 1200 лайков, и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Джеймса Дэвиса FIFA 22. Огромное спасибо вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе, ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. Мы в прошлой серии наконец-таки, ребята, взяли чемпионство Испании, смогли выиграть Лигу Чемпионов, Джеймс Дэвис блистал, и потом, ребята, еще и на предсезонном турнире, он помог команде выиграть еще один трофей. Ну а сегодня серия стартует матчем в Суперкубке. Мы встречаемся с дортмундской Боруссией, которая в свою очередь выиграла Лигу Европы. Это шанс завоевать еще один чемпионский титул. А также, ребята, мы ждем, конечно же, результатов, а также участников в этом году на золотой мяч. Будем надеяться, что Джеймс Дэвис будет среди них, и постараемся, конечно же, его завоевать, но это, ребята, зависит уже не от нас. Мы провели хороший сезон, и будем надеяться, что это оценят по заслугам. Ну а вы поддержите этот видосик своим лайком, ребят, подписывайтесь обязательно на канал, прожимайте колокольчик, залетайте также в телегу и на канал Трова, ссылочки есть все в закрепленном комментарии. Ну и давайте тогда отправляться на игру. Очень часто ребята в комментариях спрашивают, какая у меня камера. Ребята, во всех карьерах я играю на ТВ-трансляции, ну, по умолчанию стоят настройки, то есть никак я не меняю высоту, ничего, просто ТВ-трансляция. Вот так вот выглядят стартовые составы на этот матч, и, ребята, поехали. В прошлой серии в концовке мы провели матч за Джеймса Дэвиса с весьма экстравагантной прической, ну и не все ребята оценили, что это была просто такая шуточка. В конце серии никто не собирался с этой прической продолжать игру. Вот так вот я пока сделал внешний вид Джеймса Дэвиса, немного изменил ему прическу, оставил чуть-чуть короткую бороду, не совсем сбритую. Потому что все-таки, ребят, возраст идет вперед, и Джеймс Дэвис становится старше. Кто-то предлагал его выбрить вообще налысо и наголо, так скажем, но в FIFA, честно скажу, это выглядит не очень как-то здорово, и поэтому... Джеймс Дэвис сейчас у нас немножко стал похож на Маркуса Биста. Давайте смотреть, что у нас получится в Суперкубке против дортмундской Боруссии. Сможем ли мы его завоевать? Так скажем, получится ли это сделать? Здесь неплохая передача на Ансу Фати, но первый... Вандервурд, ребята! Старый добрый знакомый. Кто смотрит карьеру за Шальке, тот понимает, о чем я говорю. Но, видимо, сегодня Джеймсу Дэвису и Барселоне придется огорчить его. Нам показывают знакомое лицо, и действительно, мы провели хороший сезон в Дортмунде. И, ребята, команда, как мы видим, довольно сильно изменилась. Они идут вперед, и Терштеген уже вступает в игру. Хоть команда их и изменилась, но, ребята, не изменился стиль. Они продолжают давить, они хотят выиграть так же, как и... тот момент, когда Джеймс Дэвис находился в клубе. А вот сейчас Дэвис здорово отрывался от соперника. Ну вот здесь, если бы получилось проскочить, все могло бы быть гораздо интересней. Ну а так Дортмунд снова идет в атаку. Залетают в нашу штрафную. Уже Ансу Фати пришел помочь. Главное не фалить. Сейчас штрафной. Дэвис, удар! Ребята, Вандервурд хорош. Он уже тащит и спасает команду. У нас 16-я минута. Дортмунд снова идет вперед. Сейчас они правым флангом атакуют. 23 минуты позади. Неплохой пас. И тут же неплохой отбор мяча. Джеймс Дэвис. Вот это здорово. Хороший выход. 1-1. Дэвис. Удар по воротам. И он, к сожалению, огорчает Вандервуда. Но он, ребята, не будет праздновать этот гол. Потому что... Дортмунд для него не чужая команда. Ну и здесь есть вопросы к защитнику. Поехали ноги. Ну а при выходе 1-1 Джеймс Дэвис, ну как минимум, наверное, 8 из 10 голов точно реализует. Пас под удар, но удар не получился. А вот сейчас Джеймс Дэвис классно разворачивается. Бернарду Силва, заброс на Дембеле. Можно сыграть центр, Дембеле, отлично. И пас под удар. Надо забивать. Удар есть, но Вандервурд не позволяет, ребята. 34-я минута. Мяч прокинул. И пенальти.
И пенальти, ребята. Наши старые заготовки. Прошей в толпу, а там, глядишь, мяч попадет в руку. И Джеймс Дэвис действительно попадает аж в две руки соперника. Подходит к 11-метровой отметке. И сейчас постарается огорчить Вандервуда второй раз за этот вечер. Дэвис берет разбег, бьет по воротам. Ну и особо никаких шансов у голкипера Дортмунда не было. Он запоздал с прыжком. Дэвис снова извиняется, но я думаю, болельщики Дортмунда хорошо относятся к Джеймсу Дэвису. Ну и здесь, да, Вандервуд, он угадал, но уже прыгал в тот момент, когда мяч оказался в сетке. И прыгал он куда-то уже в сами ворота. В общем, Дортмунд, ребята, за 35 минут получает 2. Джеймс Дэвис оформляет дубль и приближает свою команду к победе в этом суперкубке. Неплохая передача. Они снова подходят к нашим воротам. Удар есть, и вот здесь Терштеген спасает. Успел среагировать наш вратарь. Странно, на самом деле, показывало по ударам 4-1. А сейчас показывает, что один Джеймс Дэвис нанес 6, хотя он столько раз точно не бил. Сбивает Дэвиса. Ну же, Дембеле грудью отражает этот выстрел. Вандервуд, здесь отложенная карточка Маркао. И там было положение вне игры, по всей видимости. 6-3 по ударам в первом тайме. 2-0, ребята, на табло. Дубль Джеймса Дэвиса. Дортмунд пытается, но им не хватает Дэвиса в своем составе. Он сейчас оказывается в Барселоне, поэтому шансов, мне кажется, обыграть кого-то маловато. Хорошая подача на Фати. Какой момент! И там, посмотрите, еще и защитник Вандервуду поддал. Джеймс Дэвис прокидывает мяч, Дэвис бьет, но попадает в еще одного игрока Дортмунда. Передача пяткой Фафана. Млакар, он до сих пор находится там, и вот сейчас опасно, но справляются наши защитники. Джеймс Дэвис. Ударили по ногам Дембеле, это штрафной. И еще одна желтая. Удар есть, штанга. Неплохой момент. Джеймс Дэвис, как разобрался, ну же, Фати! 3-0, ребята, и Ансу Фати забивает третий гол Барселоны. Но в этом финале действительно мы, ребята, сильнее. Попытка дальнего удара, Дембеле, передача. Еще момент, и здесь, ребята, Вандервуд спасает. Но вот Джеймс Дэвис, удар по воротам. Это было, ребята, неплохо. У нас идет последняя пятиминутка. Дортмундская Боруссия заработала право на штрафной. Пошла подача. Удар по воротам есть, но это слишком просто для Терштегена. Никакой опасности этот удар у него не вызвал. И остаются буквально считанные минуты до конца матча. Посмотрим, получится ли у нас еще провести хотя бы одну атаку. Джеймс Дэвис видит забегание от Заньолы. Заньола, удар. А вот и четвертый. Вот, ребята, и четвертый мяч. За две компенсированные минуты до конца Заньола забивает пушечный выстрел в дальний угол. Но здесь, мне кажется, уже просто Вандервуд наелся. Ну и оборона снова дала пройти к воротам. Забивают все те же люди. Заньола, Фати, Дэвис. И в итоге, ребята, 4-0. Это победа в суперкубке над Дортмундской Боруссией. Это еще один трофей в копилку Барселоны с Джеймсом Дэвисом. Ну и давайте смотреть, что будет ждать нас уже на старте нового сезона. Вот оно награждение. Бернарду Силва сейчас снова подойдет к кубку и поднимет его над головой своих партнеров. Я надеюсь, что он не устал это делать за последнее время, потому что действительно трофеев у нашей команды собралось уже немало. Но побеждать всегда приятно. Джеймс Дэвис в очередной раз помог своей команде. Ну и, ребята, суперкубок наш.
А дальше, ребята, старт сезона, и как мы видим, мадридский Реал и Атлетико Мадрид свои-то первые матчи уже выиграли, плюс забили по 2, по 3 мяча, поэтому сейчас нам нужно тоже не отставать. Игра против Эльче, и, ребята, поехали. После финала Лиги Чемпионов к нашей команде присоединился Кунде. Нам показывают, что Джеймс Дэвис в последних трех матчах забил 6 мячей, но это с учетом дубля в Суперкубке, это с учетом голов на предсезонном турнире. Ну и, ребята, первый тур Испанской Лиги, второй сезон для Джеймса Дэвиса в Испании. И мы, конечно же, ребята, будем ждать номинацию на золотой мяч. Сейчас это главный трофей и единственный трофей для Джеймса Дэвиса, который, мне кажется, он еще не завоевывал. Хорошая передача, Дэвис! Пытался качнуть здесь защитника на одном движении, но не вышло. Тем не менее, Эльче теряет мяч. Снова Дэвис. Есть свободная зона. Дэвис бьет, но голкипер в порядке. Пока что это первый момент. Джеймс Дэвис неплохо приложился. Чуть-чуть бы повыше, конечно, под перекладину, и, возможно, момент был бы куда опасней. Ну а вот сейчас Дэвис бьет ближней головой и снова тащит вратарь. Потихоньку Джеймс Дэвис начинает по манере игры мне напоминать Карима Бензема. Передача в центр, удар по воротам. Ну же, Дэвис! И мяч в сетке! Вот и первый гол, ребята! Первый гол в новом сезоне. Джеймс Дэвис на 16-й минуте поражает ворота Эльче и выводит Барселону вперед. Здесь не растерялись, все сделали аккуратно, без какой-либо паники. Да, первый удар заблокировали, но потом Дэвис решил на рывочке залететь. И вот здесь уже бахнул как раз-таки под перекладину. Голкипер Эльче не справляется. И первый гол Джеймса Дэвиса в сезоне. Дэвис! Еще момент. Добивай в пустые. 2-0. Ну, Эльче, ребят, посыпались. Эльче посыпались. Наш бывший одноклубник из Лиона. Ауар забивает гол. Хотя вот сейчас есть провал в обороне. Передача, удар и гол, ребята. Мяч как в бильярде закатывается под дальнюю штангу. На секунду могло показаться, что он летит мимо, но нет. Это, ребята, 2-1. И Эльче не сдается. 32-я минута. И если я не ошибаюсь, забивает дебютант сегодняшнего матча в составе Эльче. Как раз-таки показывали вроде как его дебют. Снова Кунде. Посмотрите, как он в Барселоне действует. И как он играл в составе Атлетико. Хороший перевод мяча на Дембеле. Дэвис поддерживает атаку. И не смог проскочить. Последний защитник успевает выбить мяч из-под ноги. Остаются считанные минуты первого тайма. А Эльче несется снова в атаку. Кунде. Молодец. Сдержал соперника. Дзаньоло сегодня вышел играть правого защитника. 2-1 после первого тайма. Один гол Джеймса Дэвиса. Один гол Ауара. И потом Эльче один гол от Квиталь. Посмотрим, чем нас порадует второй тайм. Будем надеяться, что у нас получится довести дело до победы. Это Фати элегантно прокидывает мяч, простреливает центр на Дембеле. Но мяч до Дембеле не добрался. А вот сейчас дальний выстрел Дембеле, мяч попадает в руку, это штрафной. И это, ребята, хороший шанс, чтобы забить третий мяч. Удар по воротам, намертво забрал голкипер. Дальний выстрел Дэвиса за шиворот, но вратарь дотягивается. 60-я минута. Эльче, ребята, в атаке. Удар по воротам, и вот уже в игре Терштеген. Нам главное не потерять концентрацию в обороне. Тоненькая передача Бернарду Силва, Фати, и снова вратарь. Да как же так? Джеймс Дэвис. И здесь тоже спасает голкипер. У нас 76-я минута. Эльче правым флангом идет в атаку. Вроде как наши парни вернулись, да, и смогли отбиться. У нас идут последние 5 минут, и Эльче идет, возможно, в одну из своих последних атак. Нам нужно действовать сейчас по собранней. Передача налево. Пас в центр, опасно. Дойдет ли дело до удара? Доходит, и снова Терштеген вступает в игру. На дальней штанге есть ребята Дембеле. Дэвис слишком сильно прокинул себе вперед. И в итоге
Голкипер Эльче забирает мяч в руки. И на этом звучит финальный свисток. Это победа 2-1. Весьма такой динамичный получился матч. И давайте смотреть, кто будет нашим следующим соперником. А следующая игра у нас, ребята, выездная против Реал Сосиедад. Вот так вот выглядят стартовые составы. Давайте единственное сейчас изменим форму нашей команде, чтобы хоть как-то это все отличалось на футбольном поле. Ну и, ребята, поехали. Мы полны сил и соперник. Там я вижу знакомые лица, как Шерки. Ну и поехали. Мы смогли выиграть в первом матче, но по статистике мы все равно не заняли первое место. Мы пропустили один гол, мы не забили больше, чем другие, поэтому пока мы, ребята, чуть ниже первого места. Но главное, что 3 очка мы взяли. И сейчас постараемся взять еще 3 уже в матче против Реал Сосиедад. У них такой довольно интересный состав. И я думаю, легко нам сейчас точно не будет. Раз Эльче дали бой, то и Реал Сосиедад может спокойно предоставить нам борьбу. Здесь, к сожалению, Фати снова затянул немножко с передачи, и когда нам ее выдал, то обработать как следует мы ее не смогли. И вот Реал Сосиедад как раз идет вперед. Шерки залетает в штрафную, бьет в дальний, и Тер Штеген уже вступает в игру. Вот и первый момент. Шерки, ребята, уже, я думаю, к этому сезону неплохо раскачался. Я, к сожалению, не знаю, как посмотреть, какой рейтинг. Но это какой у нас уже? 28-й год. Ну, хотя бы мяч мы смогли выиграть. Какая интересная передача на Фати. Фати выигрывает вверх. Это, ребята, было неожиданно. Бернарду Силва со своей половины поля засылал мяч за спину. Я подумал, что сначала голкипер, может, вышел. И он решил пробить поворотом. Но нет, там забегал Фати. Кунде. Аккуратная передача на Дэвиса. На коротке разыграли. Джеймс Дэвис. На рывочке залетает в штрафную соперника. Бьет поворотом. И открывает счет, ребята, в этом матче. 15-я минута, 1-0, и снова Джеймс Дэвис. Ну и здесь здорово. На одном движении, вот то, что не получалось в матче с Эльче, там постоянно защитники блокировали проход Дэвиса. Ну а здесь не успели накрыть защитники Реал Сосиедад, и Дэвис забивает свой второй мяч в чемпионате Испании в этом сезоне. И классный пас, и надо бить и забивать второй, но вот здесь, как следует, мяч не лег на ногу, поэтому счет по-прежнему 1-0. Еще один перевод мяча на Шерки, он укрывает мяч корпусом, пытается немножко на дриблинге раскачать оборону. Шерки смещается к центру, Домингес, передача налево, удар поворотом, Тер Штеген вытаскивает опасный выстрел, и здесь уже мяч выносят футболисты Реал Сосиедад за пределы поля, и удар от ворот, 30-я минута. Пенальти. Это снова пенальти. Мяч попадает в руку Шкринеру. Джеймс Дэвис аплодирует сейчас, ребята, арбитру, потому что тот действительно зафиксировал все по делу. Ну как ты, прикрываешь лицо локтем? Будь добр получить за такой отыгрыш пенальти. Молится сейчас болельщики Реал Сосиедад, потому что, ребята, они не хотят получить еще. А Джеймс Дэвис берет разбег, бьет по воротам. И голкипер угадывает угол. Не получился почему-то удар сильным, хотя достаточно сильно вроде как было вжато. Ну и вратарь справился. Справился с ударом. Не лучший удар вышел у Дэвиса. Довольно бодрый первый тайм, но пока счет всего лишь 1-0. К сожалению, Дэвис не смог реализовать 11-метровый, что бывает нечасто, но удар не получился. Голкипер угадал направление удара и спас команду. Здесь никаких вопросов. Мы продолжаем. Вторые 45 минут начинаются с атаки хозяев. Реал Сосиедад левым флангом идет в атаку. Ну и пока наши парни пытаются отбиться. Опасная передача. Удар по воротам. И, ребята, 1-1. Вот такое вот начало. Корея на 51-й минуте сравнивает счет. То, что не получилось у Шерки в начале первого тайма, получается сейчас у Кореи. Ну и он здорово пробил мяч от штанги. Залетает в ворота. Ну и тут же замена в составе хозяев. И нам уже, ребята, нужно активнее идти вперед.
Укрывает сейчас мяч Бруно Фернандеш. Надо забегать. Бернарду Силва надо забегать и бить по воротам. Я не ожидал этого паса. И надо было под перекладину бить. Хватается Дэвис за голову, потому что это был стопроцентный момент. Пролетает сейчас вдоль штрафной, бьет Дэвис. В дальний зарабатывает еще пенальти. Но, видимо, все складывается в ту сторону, чтобы Джеймс Дэвис все-таки забил 11-метровый. Ну, здесь тоже рука. Как за это не назначать пенальти? Мне нравятся люди в комментариях, которые пишут: «Отключи игру рукой, это нереалистично, что мяч попадает в руку». То есть, если мяч попадает в руку, пенальти быть не должно. Дэвис, разбег, удар. И вот теперь Дэвис точен. Теперь, ребята, Дэвис точен. 2-1. Загудел стадион, они считают, что судья куплен. Ну а голкипер в этот раз решил не прыгать. И спустя 7 минут после того, как Корея сравнял счет, Джеймс Дэвис снова выводит Барселону вперед. 59-я минута, 2-1. Еще одна неплохая атака Реал Сосьедад. Через левый фланг сейчас залетели в нашу штрафную. Пас под удар будет. Удар есть, и пенальти уже в наши ворота. Ну вот, ребята, справедливость есть. А то вы говорите только в ворота соперника. Арбитр ставит пенальти. Здесь тоже попадание мяча в руку. И 11-метровый. И это, ребята, работа для Терштегена. 67-я минута. Разбег, удар. Терштеген тащит. Ну вот, не только голкипер Реал Сосьедад может спасать на 11-метровых, но здесь Терштеген молодцом. 83-я минута, Реал Сосьедад в атаке, пошла передача, но ее прерывают. А вот теперь уже нужно идти, ребята, в контратаку. Пас на Дембеле направо, Джеймс Дэвис в центре поддерживает атаку. Пас под удар, но в ногу не вкладывает Дембеле, и в итоге очередной выход хозяев на нашу половину поля. Шерки один в один может обыграть. Заскакивает в штрафную. Шерки бьет в дальний. И сравнивает счет. 87-я минута. 2-2. Ну вот и Шерки, ребята. Не успел Кунде его накрыть. Не дотянулся Терштеген. Это ничья. И ничья весьма-весьма жаркая. Дэвис залетает сейчас в штрафную. Джеймс Дэвис, можно подавать. Подача на дальнюю. Забей, мяч в воротах, ребята! Это Бернарду Силва, если я не ошибаюсь. По-моему, это именно он. Вдавливает мяч в сетку ворот хозяев и вырывает победу для Барселоны на последних секундах этого матча. Не доиграл защитник. Не дотянулся вратарь. И Бернарду Силва забивает свой первый гол в двух играх, а мы на характере вырываем победу. Звучит финальный свисток. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Поддержите ее лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.